Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Lost Planet 3. Мы находимся в ангаре и вообще на базе, здесь мы в конце предыдущей серии проапгрейдили своего робота, запаслись крутыми стволами, вот допустим пушка, которая у нас на спине. Оказалось, что она наша, ее сперли, теперь нам еще за наши деньги втюхали. Нормально вообще. Но тем не менее, я не жалуюсь, потому что по крайней мере она снова с нами. Разблокирована быстрая езда на машине. Что? Только при выходе за территорию. А, ну это, видимо, быстрое перемещение между локациями. Тактика крутая, я не люблю быстрое перемещение. Hey, Grace. Your last message made it sound like you were worried about my living conditions. Well, don't fret, Angel. Take a look. Cozy, huh? I know she looks as cramped as the backseat of your old hatchback, but when the chips are down, you'd be surprised how much mileage I get out of a 5-ton claw and drill. That's not to say she's all utility. I got all the creature comforts. Always got a couple pots brewing. There's a shot of you and Hank the day we brought him home. Bunch of maps. More maps. There's us looking dapper. And my shrine to you. Even got your going away present parked on the dash, you cruel, cruel woman. I gotta go. Да. Скучает он тут. Со страшной силой, очевидно, одиноко. Да ладно. Заработал Джимми. У нас буря поднимается, что ли? Так, хорошо. Найти тепловой карман. Тепловой карман должен быть где-то в этих пещерах. Так, хорошо. И куда же нам двигаться? Так, из ангара мы пойдем на перекресток Бейли. Все, понял. На перекрестке Бейли, кстати говоря, мы этих Донга и встретим, я чувствую. И по старой проверенной методе разберемся с ними. Окей. Executive decision, we are done waxing melancholy. I have news. Our son is walking. Well, he walked. Well, he took 2 steps and face planted, but that counts, doesn't it? Let's see if I can do it on camera. That sounds funny, right? Блин, а ты этого не видел? Джимми, Джимми. Я ж отвлекся, не туда пошел. Так, ну хорошо, если мы попадаем в пещеру, то надо будет по тому моменту, как мы выберемся из робота и пойдем пешком, надо будет залезть. Воу-воу-воу-воу-воу. Ох! Это очень плохо. Ты посмотри, какой пипец. Я думаю, вылезать это явно не стоит. Так, ну ладно, защита держит вроде. Мы как раз новую установили. На 50% сильнее. Блин, я застрял. Офигеть. Смотри, просто решетик вообще. Но если бы это был ураган класса Император, мы бы сами так полетели. Поэтому все нормально. Не знаю, вот как можно ругать эту игру вообще? Я от этой игры получаю ровно то, что я от нее и ожидал. И это реально круто. Такое не каждый день увидишь. Быстрая езда. Так, то есть можно в любую локацию. Ну, допустим, струя епископа. Просто для проверки. На самом деле не стоило, наверное, этого делать. Ну да ладно. Потому что если мы сейчас окажемся опять на начале локации, это перекрестка, это будет печально. Это тепло? Судя по всему, да. Ты
Не знаю, зачем я здесь, но я здесь. Да не то, тихо. Это не против вас. Зачем я сюда пришел, интересно? Сейчас вали ты, мать твою. Так. Так, все, давай. Да блин, еще пришел. Все, отлично. Денежки. Ну, как минимум. Уже неплохо. Порядком у вас тут. Ладно, поехали. Зато что-то новое обнаружили. Так, хорошо. Перекресток. Как мне? Отсюда я не могу быстрым перемещением, да? Это тупо. По крайней мере, пока бой, видимо, не могу. Ладно, будем знать. Блин, почему ты не... Да и черт с ним. Видимо, из-за того, что враги поблизости, у меня не получается быстрым перемещением воспользоваться. Либо что еще. Что узнает. А тут все по-прежнему сечет. Причем нехило так сечет, меня аж останавливает от ударов. А блин. Давай, двигайся. Я с трудом иду вперед. Ох, шараш такой. А враги, я думаю, полегче будет. Okay, since you asked, here's why my face doesn't freeze. My environment suit here? This was made by Nevik's smartest engineers. This is not cheap. It's got breathable fabric, adaptive heat loss insulators, windproof laminates, moisture barriers, and micropores. Then it's machine washable. Right. Now, these heaters on the collar here, they do the heavy lifting of keeping my head warm when I'm in the elements. It's got its limitations, but keeping the noggin warm ain't one of them. So, is that wonky enough for you, or do I need to start talking about fluoropolymers? Peronis actual, come in. I'm getting close to that massive T-energy deposit. Looks like I'll have to use my new winch to get across this chasm. Hope LaRoche is listening. Use my ass bait on that choke on your winch. Jim, remember when you get there, the bigger thermal pockets can overload your T-post, so watch your step. Yes, please, don't burn up like a matchstick. Hey, LaRoche, how are those grasshopper pumps in the East Valley coming along? Complete bombo. Almost done. Peronis actual out. Они с Ларошем, я посмотрю, просто обожаю друг друга. Да, не важно. Ну, ладно, пойдем. А что там, интересно? А вот эта вот буря, она меня беспокоит, поэтому лучше ну его нафиг. Блин, подожди, там еще снизу что-то есть. Давайте посмотрим. Не убежит. А, похоже, ничего нет. Да, не сильно помогло. Хорошо, зато спокойнее стало.
явно нехорошее место. Так, нет, подожди, как там это было? Рикошетные патроны. Просто попробуем. Офигеть. Офигеть. Удачно упал. Да блин, не туда, а? Капец. Отлетело. Что-то как-то не особо хорошо мы спрыгнули, я смотрю. Ну, в принципе, сейчас я просто, блин, начал тут ковбойствовать. Надо будет просто запрыгнуть наверх и все сделать как надо. Причем обычными патронами, не рикошетными. Одна ерунда. Да блин. Ну все сработало вроде, да? Я вслепую практически дал. А, сдох. Дерьмо, дерьмо. Давай, 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 давай. Все, отлично. Фу! Это было душновато. Блин, там еще есть. Выстрела, отлично. Свобода. Эти там еще. Вот это мы попали. Или к чертовой матери отсюда. Мать. Вашу мать. Ты что, Варя? Еще есть. Так, ладно, это обратно. Давайте осмотримся еще подробнее. Вроде как опасности больше особо нет. Прыгай. Ну, было опасно. Да блин, ну что ж ты наш... Ох, я постоянно нажимаю РБ вместо ЛБ. Фух, вот это могло стать могилой для нашего парня. Ну, допустим.
Опять смотри. Okay. Now I know I'm not seeing things. Как вообще, кто это? Going again. Hide all you want. I know you're out there. Unless I'm losing my mind. In which case, I'll go right on talking to myself. Так, окей. Надеюсь, у тебя все-таки не едет крыша. О, я предчувствую что-то нехорошее. Явно нехорошее. Ой, это за хрень. Краб. А, ну краб, ладно. Крабы, это знакомо. Так, гата. Сейчас блокнешься. Так, плохо. На, получи. Твою мать. Нормуль. Да, перезаряжайся. Блин, это было ожидаемо. Уйди от меня, пожалуйста. Раз ты какой-то еще более напряженный, нет? И побольше, по-моему. Нормально. Давай. А что если? Так, это мне не надо, понятно. А нет, надо. Но это будет просто маньячество какое-то. Продолжим. А потом убьем уже. Я думаю, за это мне много очков дают. Изучение в полевых условиях. Готово. Готово. Не такой пресложный, на самом деле. Офигеть. Норм. Да блин. Неплохо ему ужарило. Ну чё? Он аж потерялся, по-моему. Да чё с ним?
Ну, твои проблемы, как бы. На патронов пока хватает. Я ему мозг отстрелил, наверное. Задохнешь ты, нет? Окей, что это было? Здоровенная дура. Но не такая уж и сложная, причем, насколько я заметил, мне с ним проще драться на своих двоих без робота. Потому что роботу он по-любому наносит урон своими бешеными ударами. Хотя, в принципе, там тоже довольно просто. Большой, но не страшный. Под кайф вообще. Так. Еще одну возьмем и пошли. Это оно было вообще, нет? То есть тот самый тепловой карман? Или это что-то другое было? Сейчас узнаем. Отлично. Вот как надо. Ох, какая-то особо мощная хрень. Выжгла весь лед просто. Что? И опять музыка из чужих. Давай. Что это я нашел? Corona's actual, you copy? We gotta talk, boss. It's getting strange in a hurry out here. Corona's come in. Anyone hear me? Damn it. Да. Командование, как обычно, что-то скрывает. Плохо. Неизвестное строение. Очень, очень плохо. Пипец, блин. Там попали. Ну, вы знаете, это на самом деле очень и очень интересно. Так, давайте-ка мы дробовик возьмем. Кто вы думаете, что это? Я не знаю. А кридов тут, я так понял, полно. Хотя, в принципе, здесь реально кто-то прорвался просто. Чужие. Странно. Это явно проработал акрит. Тихо. Я думаю, все это слышали. Надо было потише. Офигеть. Питание есть. И акриды, полно акрид. Субтитры создавал DimaTorzok.
main generator stays online. They're trapped in here with me. Говорит, что здесь, говорит, акриды, они поглощают нашу энергию. Нам нужна помощь, говорит. Кто-нибудь там, говорит, меня слышит вообще? Беда. У нас, говорит, тут заражение 5-го класса. То есть нападение. Заражение. Промахнулся. Ты посмотри на эту хрень. Уф. Что это такое? Нам туда. А что тут? Мне это совсем не нравится. Охренеть. Да, ребята. Все хуже, чем казалось изначально. Ты живой? Смотри мне, блин. Ишимура, Ишимура, что ты делаешь? Прекрати. Где он? Где? Блин. Они тут. А. Вот так. Где? А, блин, твою мать. Шустрые. Обычные патроны. Да, ребята. Ой, что-то реально пробрало. Потише нельзя. Ой.
Они сейчас сюда придут? Какого черта? Ну давайте, твари. Минус одна погонь. Ух, какая погонь. Какая погонь? Погонь. Словарь до запаса резко кончился. Это как хэдкрабы, только еще поганее. О, смотри. Пипец. Понятно, почему не работало ничего. Они пролезли через вентиляцию. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. А в следующей серии будем уже более подробно постигать данные этой станции. Вы знаете, в этом моменте игра преобразилась. Она из очень хорошего научно-фантастического шутера, такого сайфайчика, превратилась реально в хоррор, наподобие первого Dead Space. Ну, конечно, градус страшности всего этого тут не такой, но, тем не менее, реально пробрало. По-моему, это жутковато. Блин. Я реально говорю, я все, что ждал от этой игры, смотри, какой он испуганный, все, что ждал от этой игры, все от нее получаю. По-моему, это великолепно. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.